Традиционный материал для строительства загородного дома – это, конечно, дерево. А что из себя представляет современный деревянный дом? Узнаем об этом на примере Уральской строительной компании. В настоящее время деревянный дом, если он правильно построен, не уступает по своим техническим характеристикам строениям из других строительных материалов, а по некоторым важным параметрам превосходит. Древесина экологична, рождена самой природой. Она дышит, создает в помещении хороший воздухообмен. В деревянных домах поддерживается определенная, оптимальная для человека влажность. У дерева хорошие теплоизоляционные качества. Летом в таком доме прохладно, а зимой воздух быстро прогревается и тепло долго сохраняется. Дерево не требует особой отделки. Каждое бревно или брус имеет свою неповторимую текстуру, что позволяет выполнить любые архитектурные задумки. Древесина весит несколько раз меньше, чем бетонные и каменные строительные материалы. Потому не потребуется увесистый и дорогой фундамент, что значительно снижает затраты на строительство и позволяет строить дома на мягких видах грунта. Жилье, возведенное из бруса или бревна, выглядит очень эффектно, а качественно обработка внешних конструкций позволяет сохранить природную эстетику дерева на долгие годы. Занимаемся строительством домов, бань, заборов. Также делаем скважины, канализации. Занимаемся строительством в основном из дерева, так как это экологично. Можем делать и дома из пеноблока, газобетона, кирпича. То есть никаких ограничений нет. Срубы из бревен всегда отличались долговечностью, а современные технологии позволяют продлить срок их службы. Оцилиндрованное бревно имеет идеально ровную форму и правильную геометрию. Дом получается теплым, непродуваемым, так как зазоры между стыками минимальны. Для круглогодичного пользования мы предлагаем вам оцилиндрованное бревно. Преимущество – невысокая стоимость, заводское исполнение – приятный внешний вид и быстрая сборка. Также наша компания строит дома из профилированного бруса камерной сушки. Его преимущество – можно строить дом сразу под ключ. А также можно построить баню, беседку и многое другое. Мы подберем для вас оптимальный вариант по размеру, планировке и стоимости. Профилированный брус имеет определенное сечение и специальную систему шип-пас. Профиль выполняет функцию защиты от влаги, плотно соединяя брусья между собой. Эта технология позволяет получить идеально ровную поверхность стены. Брус, прошедший камерную сушку, дает минимальную усадку и не подвержен деформации. Дом из такого материала можно построить всего за 2-3 месяца. Мы предлагаем для дачников летний вариант садового дома. Преимущество таких домов – первое – это высокая скорость возведения от 3 до 7 дней, и можно пользоваться. Второе – это экономия бюджета за счет толщины стены из мини-бруса. Из мини-бруса мы возводим летние бани, хозблоки и беседки. Недорогие летние домики из мини-бруса – самый экономичный вариант. Этот материал имеет меньшую толщину, чем профилированный брус, и благодаря легкости конструкции быстро монтируется. Есть мнение среди обывателей, что зимой строить не совсем благоприятные условия. Так ли это или это миф? По моему мнению, что зимой строить даже лучше, так как нету грязи, во-первых. Во-вторых, это зимний лес. И как таковой в строительстве сезонности не существует. Специалисты помогут выбрать подходящий готовый проект или разработать свой собственный. Продумают конструктивный план со всеми строительными схемами и технологиями. Дом, о котором вы давно мечтали, легко может стать реальностью. Причин возникновения варикозной болезни множество. Об одной из них сегодня расскажет специалист клиники флеболог.
Сезон отпусков заканчивается. Многие возвращаются в офисы, вливаются в деловую рабочую жизнь. Те, кто вынужден большую часть времени проводить, сидя за компьютером, часто сталкиваются с синдромом офисного работника. Это совокупность заболеваний и патологических состояний, среди которых не последнее место занимает варикозное заболевание нижних конечностей. При длительных статических нагрузках, когда человек долгое время находится в одном положении, кровь застаивается, скапливается в венах, в сосудах нарастает давление, стенки вен растягиваются и деформируются. Для длительно сидящих работников существует еще опасность такая, как прогрессирование или возникновение хронической венозной недостаточности. Хроническая венозная недостаточность может существовать и без видимых проявлений расширения вен. Появляются сосудистые звездочки, мышечные спазмы, нарушение чувствительности ног, дискомфорт и чувство усталости. И обычно это, конечно, женщины, и они жалуются в первую очередь на отеки. Как с этим нужно бороться? В первую очередь, конечно, нужно ходить. То есть создавать себе какие-то перерывы во время работы. Мы можем здесь себе позволить заниматься посильной физкультурой, ходить на фитнес, ходить на йогу и укреплять свой организм. Потому что мышцы, связки и кости, они работают как единое целое, и им нужна нагрузка. Им нужна нагрузка, а когда нагрузки нет, конечно, венозная система, мышечная система, опорно-двигательная система, они все начинают хандрить. Они без нагрузки, они расслабляются. Варикозная болезнь может прогрессировать медленно, но это неизбежный процесс. При отсутствии должного лечения постепенно развиваются серьезные осложнения. Применение мази и компрессионного трикотажа и таблеток помогают на ранних стадиях заболевания. Но в более серьезных случаях необходимо исключить повреждение вены из системы кровообращения. Один из самых современных, эффективных, малоинвазивных методов лечения варикозной болезни – это лазерная коагуляция. Под местной анестезией через прокол кожи внутривенно вводится световод. Под действием лазера вена нагревается, сокращается, а впоследствии склеивается. Нет необходимости в разрезах и наложении швов, общем наркозе. Лазерную операцию могут дополнять минифлебоктомия и склеротерапия. В первом случае варикозные вены удаляют через прокол кожи. Во втором – в вену вводится вещество, склеивающее больной сосуд. Лечить варикоз в запущенной стадии во много раз сложнее, в то время как плановое оперативное лечение намного безопаснее и переносится пациентами легче. Поэтому лучше своевременно обращаться к специалистам. Несмотря на то, что у вас нет никаких в настоящее время проблем, а есть вот эти виноградные варикозные грозди на ногах, давайте решим эту проблему сегодня. Не будем ее оставлять на завтра, чтобы завтра нам не пришлось бороться не только с варикозом, но еще и с его осложнением. Поэтому будьте бдительны, будьте благоразумны и приходите, конечно, вовремя. Меры профилактики варикоза при сидячей работе очень просты и не требуют больших усилий. Старайтесь вести активный образ жизни, больше двигаться и следовать рекомендациям специалистов. Ну как успехи? Что нового узнала? Главное, Рома, чтобы из окон был потрясающий вид на реку. Главное, Лена, построить дом из правильного материала. Нам друг друга не понять.